А теперь мы поговорим о важной теме для пожилых людей. Ни для кого не секрет, что естественный процесс старения затрагивает все части тела человека, в том числе и ротовую полость. Мышцы и десны слабеют, образуется меньше слюны, активнее размножаются бактерии, появляется риск развития болезни зубов из-за приема лекарств. О том, как в пожилом возрасте сохранить свои зубы здоровыми, расскажет Наталья Федорова. Проблемы зубов в старости часто следствие невнимательного отношения к ним. Нездоровая пища, недостаточная гигиена, нерегулярные походы к стоматологу – все это негативные факторы, которые влияют на состояние зубов. И к пожилому возрасту они уже у многих не в лучшем виде. Добавьте к этому возрастные перемены, и вы получите множество проблем с ротовой полостью на пенсии. У пожилых людей достаточно сниженный иммунитет по сравнению со средним и молодым возрастом, и поэтому развиваются различные хронические заболевания, идет потеря зубов. Также развиваются заболевания десен, такие как пародонтит, пародонтоз, что тоже ведет к потере зубов. Состояние зубов и ротовой полости влияет на качество жизни человека. Способность хорошо питаться, качественно пережевывать пищу, общаться, комфортно себя чувствовать в обществе. Во рту происходит измельчение и первичная обработка пищи. И качество этой обработки влияет на процесс пищеварения. Через рот в организм попадает не только еда и лекарства, но и болезнетворные бактерии, которые сказываются на здоровье внутренних систем и органов. Поэтому так важно соблюдать все требования специалиста. Во-первых, чистим зубы 2 раза в день. Желательно после каждого приема пищи чем-нибудь прополаскивать, чтобы не оставалось остатков пищи во рту. Пользоваться ирригаторами, зубной нитью. Ну, а так, в принципе, ходить к стоматологу. Таким образом, нельзя оставлять эти вопросы без внимания. Роль здоровой ротовой полости в пожилом возрасте особенно велика. Благодаря внимательному и ответственному отношению к зубам можно сохранить их здоровыми и крепкими еще с молодости. Предупредить или разрешить зубные проблемы, улучшить состояние рта.